поклонники Чалара и Турула могут порадоваться. Их любимый актер возвращается на экраны в новом сериале и не один. Как стало известно, Денис Байсал, с которой Чалар уже работал ранее, также будет в касте нового проекта. На следующей неделе начнутся съемки нового сериала государственного телеканала ТРТ-1 и телекомпании TeamZenby «Организация». Съемки будут проходить в Анкаре. Проект посвящен работе спецслужб, в частности, турецкой разведки. В касте сериала Чалар Эртурул, Денис Байсал, Эзги Эйюбалу, Тунджер Сальман и Месут Акуста. Режиссер проекта Явис Альп Айкадын, ранее работавший над сериалом той же компании «Обещание». Напомним, что Чалар Эртурул и Денис Байсал уже работали вместе в сериале «Госпожа Фазилет и ее дочери». Безусловно, поклонникам пары будет приятно увидеть актеров вместе. Однако пока неизвестно, планируют ли создатели проекта повторить дуэт, или же у них будут другие партнеры. Старт нового сериала намечен на начало следующего года. Окажется ли он удачным, покажет время. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.